В Домодедово поймали контрабандиста, и на этот раз речь не о наркотиках или оружии. Все намного хуже. Мужчина попытался провести крупную партию контрафактных сувениров чемпионата мира по футболу. В загашнике у него целая куча магнитиков с символикой FIFA и флажков. Футбольный контрафакт прибыл из Гонконга. На сувенирах поддельные товарные знаки, права на которые принадлежат FIFA. После всех проверок примут решение о привлечении контрабандиста к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.